Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, будь милостив, благослови, Господи, умудри, разуми нас, тебе слава, веки веков. Аминь. Аминь. Так, Лена, ты первая начни говорить. Твое желание, что ты хотела, и кто тебя побудил к этому, и одобрил, и все, что у тебя на сердце есть, выложи. Так, еще очень громче говори, я чтоб слышал. Ну, меня побудил такое в моей жизни, произошло как-то, я не знаю, перевоплощение, или что это произошло со мной. Когда я забеременела, потом родила Настю, я много пострадала, ребенок очень тяжелый был, перенес... Вот это Настя? Да, и это меня побудило. Потому что я обратилась к Богу и сказала: Господи, если она будет жить, эта девочка, Анастасия, воскресшая которая, вот, то я обещаю, что я ее воспитаю в православии. Такой обет дала. И дальнейшее стало само собой происходить. Дальнейшее все как промысел Божий сюда меня привел, я так расцениваю это, я так считаю. Хотя изначально я противилась этому, как бы думала, зачем вот это все, деревня. А теперь я осознала, что это лучшее место для воспитания именно детей в православии. И выполнить обет, который я дала Богу. Вот, что побудило меня. Так что этому способствует и что препятствует? Ну, пока условий здесь нету для детей. У меня большая семья, как бы, таких условий нету. Это твои дети все? Да, 6 детей, мальчики, девочки. Как-то надо условия создать здесь для детей, чтобы они могли нормально жить. Ну, не в шалашах же. И кто тебя одобрил в этом твоем намерении? Меня одобрил. Мы общались по скайпу с Сергеем Козловым, парализованный во славу Христа. Вот, он одобрил меня и сказал, что... Еще погромче говорю. Что будет помогать. Будет организовывать так. Там еще знакомый один есть, Александр. Они как поддержат нас в этом. Чтобы я решила... А кто был против, чтобы ты поезжал? Ну, поехала сюда? Ну, против. Ну, вот и знакомые разные женщины там ходят в церковь. Только одна? Ну, нет, там много. А как они узнали об этом, о вашем намерении? Ну, я советуюсь со всеми, которые люди ко мне приходят, с которыми общаюсь, которые мне помогают, которые помогали мне. Я с ними советуюсь, рассказываю все, вот, ну, всю ситуацию сложившуюся, как. Ну, они мне посоветовали не продавать дом в Барнауле, оставить, а здесь купить дом какой-то слабенький, там, хиленький, и постепенно его ремонтировать, но не продавать дом в Барнауле. Как бы изначально я хотела продать дом в Барнауле, а здесь построить, там что-то как-то вот так делать. Ну вот так вот они меня отговаривают. Только вот это мешает. Чтобы вот сохранить тот дом детям. Если они вырастут, пойдут учиться дальше, может быть, кто-то в город поедет жить. Ну ты представляешь, что это за жизнь в деревне одной с детьми, когда мужа нет? Ну я не знаю. Не знаешь. Я пока не представляю. То есть это кто-то должен тебя все время тянуть, все время от себя, как говорится, отстегивать и тащить в твой дом. Вот здесь приезжали, у них было 7, кажется, ребятишек, но у нее муж. Приезжали с 2 ребятишками с Украины. Сразу готовить дрова, вдвоем пилить. Ей надоело на день, до обеда она. И все, уехала и еще воевать стала против. Что ехали, деньги мне верните назад. Вот как. Ну вот смотрите, у вас рядом Мамонтово находится, да? Ну я могу там заказывать дрова, либо уголь, правильно? Я могу позвонить, заказать, мне сюда это доставят. У меня есть финансы, на которые смогу купить. Я могу посадить картошку. Мои дети способны обрабатывать эту картошку, тыкву, морковь. Завести курей, какую-то козу. Я что, я этого не могу сделать, что ли, одна без мужа? У меня, посмотрите, какие дети. Вот Кириллу уже 13 лет. Андрею, они растут. У меня вот мужчина. Вот он растет. Вся вот у меня надежда на вот этого мужчины, это мой сын старший. Он главный у нас в семье, как мужчина. Вот если бы ты была одна, без этой вот Насти, было бы проще. А ее каждый месяц надо вести в Мамонтово. Один раз в квартал. Так? 3 месяца. Кардиологию. В 3. А? Один раз в квартал. Это в 3 месяца один раз. 3 месяца. Ну это не сложно. Это когда она в тепле сидит?
А если эта комната холодная, и она заболела, то что за это будет-то? Тут нас всех переворачивать начнут. Заманули, скажет ее сюда, а теперь не создали условия. Какие тут условия-то? Тут от температуры сейчас зависит и внутреннее, то сколько? Ну, поэтому я говорю, нужно условия создать вначале детям, потом переезжать. Летом-то еще как бы не шло. Да, я согласна. Огород, если посажен, маленько будет крутиться, тут с ребятишками кто-то заниматься будет, но зимой. Тут все заметет. Зимой же в квартал выехать куда-то. Мы едем докуда? До, мне еще до Корсина посоветовали. На снегоходе уже ехать. На снегоходе ехать. Вот, представьте, заворачивается, все надо ребенок, а потом там уже на машине. Потому что у нас зимой только на снегоходе можно выехать. А на снегоходе ты труп привезешь. В санках только ехать. Поэтому у нас заболело, если кто, то мы чаще в Барнаул лучше. Нам добраться до Барнаула. На поезде. Садишься 3 часа на поезде, и тогда Барнаул. А здесь ни здания нету, ничего нету на разъезде. Ничего нету, степь. Так вот это, ну. Если сейчас заболеет, это уже будет проблема, что надо будет. Тут просто надо реально представлять, как вот, допустим, есть где остановиться. Ты зашла, я показали, там ни отдельно ни кухни, ничего нету. Ну как, в виде гостиницы у нас. Тут они приехали, старики, от Потеряева. Он приехал, тут год пожил, тут и умер. Ну приехала-то она с сыном, да там с племянником. А они мастеровые, вот домик построили, сразу завели корову, ну вот где ты собаку держишь-то, они сразу подношили там второй потолок, соломой забили, чтобы корова-то не завезла, там курица, там свинью, что только можно было, курица, они мгновенно все забили. Корову доят, у них свое молоко, и, ну ясно дело, там пенсионеры. Это дети, мы во внимание берем только одну, эти-то вроде бы, так, ну а холод простыть, даже в Барнаул отправить, и то это надо здесь на снегоходе привезти и в степи ждать, нет, ну, когда на... из пурги появится поезд. У нас нет ни одного из свободных сегодня домов для нормальных, для жилья в зимних условиях, ни одного нет дома. Каждому нужно сделать ремонт, каждому дому сделать хороший ремонт, потому что ни один дом не пригоден для зимнего. Ну, взрослый человек может, там завернулся в шубу где-то и прожил, и все, а так не один. Взять хоть Павлов дом, хоть Калашников дом, хоть этот. Зимой это там, нет, они, потому что никто в них уже не зимует. Понимаете? Ни одного нет. Свободно, что есть дома, так, чтобы жить, ни одного нет. Надо хороший ремонт делать. Вот они бы зашли, Калашников взяли, а там когда кинули, а там полы все сгнили, пришлось все полы старые выбрасывать. Новые доски, вот они, ребята, считают, пару месяцев там уже бьются, работают. Еще нет, еще трубы нету. Трубу поставить, печку, это еще неизвестно, печка топиться будет или нет. Трубы купили, то есть трубы надо ставить. Сейчас думали, как поставить, Володя нет, но сейчас слава, Володя исцелился. Чудесным образом. Сейчас будет трубу ставить. А? Чудесным образом. Чудесным образом исцелился. Мы сейчас пойдем посмотрим, чтобы она убедилась, посмотреть. Посмотрите, сходите. Да я уже поняла, что мы уже, это у меня какое побуждение было такое. Я ничего не понимала, мне надо было в Потеряевку, это какой-то, как ветром меня сюда. Вот я не могла, мне надо было ехать. Нет, это хорошо, для ребятишек, понимаете? Хорошо здесь, допустим, ребятишки, были бы наши ребятишки, они растут, они не видят, ты там пьяницы нету. Там наркоманов нету, допустим, ни в плохую компанию не попадет. Они играют свободно, и люди ради не беспокоятся, что куда-то, ах, как бы куда-то что-то нету. В этом-то отношении очень хорошо, понимаете? Что всегда на виду все, что-то где кто, уже сразу будет известно. Там мне, батюшке сообщать, там родителям, что если неадекватное какое-то поведение ребенка, тут же все сразу становится известно на виду. В этом отношении очень хорошо. Что, Настя? Что хотела сказать? Очень хорошо. Голос свой подала. Где лучшего места просто трудно найти. Но дело все с жильем. Жилья нет. Да я уже поняла, что тут надо жилье. Ну, вот они... Жилье надо, если было бы так, что-то бы построить какую-то. Построить бы хоть ну, небольшой дом, так, ну, чтобы вам вместиться сразу. Сейчас построить проблемы нет никакой. Были бы только средства. Дом построить можно...
очень быстро. Вот это так. Если средства есть на это, человек приехал, она пошла, выбрала место, где все. И вот на этом месте, чтобы был у меня дом совсем, со всей коммуникацией, и кто-то там оплачивает. Только так, а не так. Мы дали деньги, а вы строите здесь. Вот строите, отдал деньги, автобус. А никого нигде нет. Нет, автобус здесь. Со стороны нанимать надо мастеров. У нас автобус строит. Когда всякий ухаживаю, свой Игорь пойдет. Он не спит ночами уже. И наши если никто не... Чтобы... Да я думаю, мастера это не проблема на них. Да нет. На бармашке можно нанять. Все, нет, нет, не проблема. Главное, чтобы они не матерились, там не пили, не курили. Сейчас не наймешь бригаду-то. У нас бригада пришла, ты должен завозить. Это человек должен, знающий, ездить. Вот он заплатил, а нигде ничего нет, не привезли. Обманули, деньги взяли, никого нету. Все. Надо так, чтобы кто-то берется, взялся за это дело, руководил, и вот готовый дом. Сейчас можно же даже так, есть такие, найти фирму, где готовый уже брусовой дом. Все, он все по размерам. И у него и стропила есть. Да, уже, сейчас таких нет проблем. Сейчас долго составляешь все, и все. Я, когда строился храм в Василькуле, я покупал такие дома. Я два дома купил на храм. Ну, там строили бы кирпичи, но на разные там эти. Уже на полы, на потолки все. Готовый дом. Это и сейчас можно купил дом. Только фундамент поставил, дом поставил, там его за неделю собрать. Он готовый уже дом. Все, только деньги плати. Ну какие, я не знаю, сколько это будет стоить. Я не знаю, ну... Я основала 700 тысяч фундаментов. Ну вот. Ну ладно, собрали. Там где делов-то еще сколько? Штукатурка, печь. Да штукатурка какая сейчас штукатурка? Сейчас никто так не штукатурит уже. Новые дома не штукатурит так. Сейчас вся сухая штукатурка. Ее только на шурупы прикрутил и все. И еще тут... Плиты. Еще все. Ну еще дальше будет. Обои. На шурупах-то. Гипсокартон. Обои привет. Он все, экологически чистый. И теплый дом. Там железный каркас делается. А то отделочники знают. Кто уже будет делать опять же? Ну, говорю, есть бригада такая. Вот она говорит, что дом, они готовы дом берутся построить. А, знаете, были ну, бы хорошо. Деньги, конкретно, проблемы нет. Если бы был человек, сказал, я прораб. С ним сейчас составили смету, сколько стоит. И вот за это не выходить за эту смету. Кто-то профинансирует. И чтобы сказал, вот через два месяца здесь будет дом, ты можешь заходить и жить с детьми. Вот это для мальчиков, вот это для девочек, вот это для тебя. Можно, вот это можно найти это. Но ты найди такого, то он думает, как куда убрать. Я что буду, искать-то, когда денег-то нет? Когда деньги будут? Деньги обещают. Так. Да деньги-то дай. Они будут сначала дать деньги, а теперь он на другой день, он уже в другом месте заказывает. Никого нигде не найдешь. Что скажешь, Лёш? Слово можно? В это... На самом деле все это... Несложно. Значит, есть человек, который просто высказал мысли вслух. Вот есть Лена человек, пусть там или кто-то другой конкретно говорит. У меня, к примеру, там миллион. Я хочу дом там, 6 на 7. Хочу там две комнаты. Вот, то есть нарисовала, либо как-то предложили. Вот, там, вот на вот этом участке. Все, и... Дом уже там какие-то моменты обговорили и построили. Из какого материала ты хочешь? Вот. Соответственно, есть попроще материалы, есть там какие-то потяжелее, сложнее уже там, ну, другие суммы. Здесь на самом деле все упирается в цену и в то, что ты хочешь. Вот. То есть человек должен определиться конкретно, что я хочу, а построить там, ну... Ну хорошо, если бы у тебя был дом, ты местный, ты заработать хочешь, ну за то, что ты будешь помогать, ты должен что-то получить, как прораб. И вот вообрази, ты сейчас занялся, мы тебя знаем, ты куда не убежишь, тогда можно было бы. Но с кем сегодня разговаривать, когда накажешь его обман? Если бы они сказали, договорились, а потом деньги уже в процессе работы по частям там или как-то было сделано, за сделанную работу, как я вот с бульдозерами. Сделал вечером, я ему плачу. В день проработали, я принял работу, плачу. А здесь никто не берется за это дело. Я прораб, но я ни за что уже не берусь. Понятно, есть люди или прораб, то есть от этих, от работы, то есть либо просто мы дом построили под черновую, то есть ты заходишь, ты отделку сам делаешь, вот, то есть отделку уже там не делаем, вот, то есть и такой дом там месяца за два он будет стоять, вот, а если с отделкой, ну это уже там подольше, соответственно,
просто договориться, либо там одни дом делают, а другие уже отделочники зашли, уже сами там что-то сделают. Пример. Это не вопрос, просто вопрос все в деньгах, мы уже об этом говорили. Какие конкретно есть деньги и там что ты хочешь, вот и все, два вопроса. Баба затеяла ехать, они стоят здесь, задержала их. Стоят здесь священники двое. Зуб заболел, все, я сказал, отпусти. Батюшка, не ходи никуда, она сейчас поедет. Ну, мне просто идти надо, там овечка объявилась, мне везти надо это, за овечкой. Ну что, давайте заканчивайте, я пойду. То есть реально или нереально ей переехать, если построить дом. Даша, допустим, дом построенный. Даша, на что ей жить? Все время в Ливане кто-то должен. Нет, она говорит, что у нее есть средства жить, и тем да. более огород посадит. Ребят с этими ребятами, почему бы огород денег, не которые я буду получать в месяц, мне хватит на детей. Мне в городе хватает, в деревне тем более. И она, ребятишки, это большие, огород свой не смогут, картошку прополоть, там капусту, огурцы полить. Мне хватает финансов. Ну на кустах на них даже не проживет. Если, помидоры, даже если я не выращу, картошка, я буду... Свекла. Корова кормились. Овощи. Нет, это другой вопрос. Коза, лучше я козу. А может один огурец съела и наелась? Скажите, финансовая помощь, вот понятно, там детские или что-то, это на сколько, на какой период? То есть вы же планируете? К примеру, год я точно проживу на это, а дальше... У меня будет каждый месяц. Нет, понятно, а сколько это? Год, два, или потом дети выросли, там, через сколько? До 18 лет последнего ребенка. Ну, то есть года 3-5. Ну, вот сколько ей? Вот 18 лет, по 10 тысяч у меня всегда будет. Это как бы не мое это дело, это вы должны в это рассчитывать. Что я переехала, к примеру, мы переехали там, год понятно точно, нету никаких заработков, соответственно, у тебя должны быть какие-то накопления, чтобы ты прожил. Вот в вашем случае, или там в случае пенсионеров, им хорошо, у них пенсия каждый месяц, к примеру. Вот, а дальше постепенно ты там что-то приобретаешь и начинаешь уже как-то помогать. Больше деревенских волнует не то, а так вот, вы, допустим, приехали, у вас муж... Он живой? Да? Да. Да. Как у вас отношения с ним вообще? Какие? Может у нас приехать сейчас не ладится, не ладится. Ему не нравится то, что я в православии. Так, ну это не нравится, это многим не нравится, что православие-то. Вот. А хотел он, чтобы ты где была, в какой вере? Мусульманка была. Чтобы мусульманка была. Здесь уже, да? Сразу нет. Больше это настороженность. Вот. Он, его дети, он не лишенный родительских прав? Ну нет. Нет. Вы приехали. Он может приехать, да приехать не один, может еще там с родней, с друзьями приехать. Ну, он иностранец, а я россиянка, и все права на стороне матери россиянки. Ну, он иностранец какого государства? Узбекистан. Ух, какой это иностранец? Это, я думал, может, Турция или там еще какая-то. Ну, а и Узбекистан это придаток России. Туда даже визу не открывают. Да. Знаете, какой вопрос волнует? Волнует вопрос такой из практики. Вот, к примеру, есть человек, который рассказывает, говорит, приезжают там, из Узбекистана, из ближнего зарубежья люди работать. Приехал он и говорит, можно я только брата привезу, вот, ну, чтобы мне полегче было? Ну, к примеру, хозяину. Он живет у хозяина. Хозяин говорит, ну ладно. Через год уже 20 человек. Да не приедет, он женился там, у него сын родился. Нет, я ему ничего практик. Не надо больше. Просто вот что. Все, ему дочери не нужны, ему нужен сын. Сын понятно. Есть, мы ему не нужны. Все. Момент. Мы не нужны ему. Ну. И дочери мои ему не нужны. Дочери-то ему как раз понадобится, потому что ну, на них когда продавать колымские. Сильно нажиться, да. Там. Вот, а потом что не получилось вот этого вот, потому что потом уже будет поздно что-то менять, то есть здесь люди, они не нужны такие. Поэтому и я уже имею такие, как сказать, ну, знания в этом и свидетельство, что первое то, что ты пожелала, хорошо, но чтобы не было потом раскаяния, что ах, я попала не туда. Здесь уже этого не пройдет. Здесь золотых гор ничего нету. Все у нас на виду, видите, как работаем, кто как это выживаем. Все. Чтобы не было, а потом сказать, ах, меня заманули сюда, а здесь оказалось, что не то, что надо. Вот. Понимаете? Вот это больше всего, чтобы этого не было. То, что вы говорите, в городе у вас есть какой-то там уголок квартиры?
Любыми средствами его сохраните, не бросайте только. Сохраните всегда его. Вот. Чтобы ни в коем был густ, продайте это там что-то, не продавайте. И играет в рот, берет это. Она вдохнет и все. Что же делаешь-то? Жарко уже. Раскрытая была, ладно. У нас дорога была тяжелая. Ну я все знал, все я. Больше ничего. По мне какие вопросы есть, я пойду. Видишь, что ты, кто это поселяется, пишет заявление, общее собрание решает. Ты должен, ну, на первых порах-то можно как-то помочь, но не все время. Андрей. Один год там сделали вливание, там сейчас поднялся на ноги, дальше уже самостоятельно, он сам идет, один раз. А здесь она перспективы-то никакой нету. Можно я выйду? Так, подожди. Выйду, можно я? Что там нужно? Ну, у нас выйди. Выйди. Еще уходят один за другим. Ребятишки у меня в лагере были. Ну, в лагере побыли, я знаю, с каждым днем ближе к расставанию. Посадил на машину, срок кончился, отправил. Все на этом кончилось. Мои обязанности кончились. А здесь вот она поселилась, да, допустим, даже нашелся бы человек, который на отпущенные ему деньги будет строить. Деньги это еще не все. Это надо, чтобы человек смотрел, а то не так, он у Игоря нанял, стену построили, а деньги еще не заплатили, заплатил, а после обеда стена упала, вся. Вся стена хлопнулась и нету. Барабаша? Да, там старается. У человека сегодня совесть-то отсутствует. Да он не заплатить-то никак нельзя. Они грозиться сразу начинают. Сейчас как? Обещают дом, то другое сделай. Все, заплатил, приехал, ни дома, ни денег нету никого. Он в одном месте занял, в другом, в третьем, потом схватился, его искать никто не будет. Он каждый год 150 человек теряется, тысяч в стране. Это ужас какой, никто не ищет. 50 тысяч бесследно, говорит, исчезают. Бесследно. Вообще, как будто их никогда на земле не было. Где-то в рабыне продано или что. Ну, надо просто реально посмотреть на это. Мужчина один, он начинает, если он самостоятельный-то, он даже был Горбунов-то. И пьяница, он дом построил, и женился, ребятишки, он коров держит, и хозяйство у него, он работать мог. Или Геннадий приехал тут. По телефону они звонили мне. Потеряю. Хорошо, а это еще как. Еще бывает ребенок с норовом, ему замечание не сделай. Он сразу упрется. И... Это наши привыкли, у нас дети-то какие. Еще не скажешь, он выполнит, сделает. А это нет, он упрется, быком встанет и будет стоять. Сейчас вот так вот пальцем покажи, скажет, сатану показал. Это когда человек знает. А это... Лучшего места для воспитания детей я просто не знаю. Все верующие, все помогают друг другу в воспитании детей. Учителя верующие, больше ничего не надо. Но речь идет жить. Если разговоров больше никаких нет, мы пошли, сейчас покажем, ну, что у нас есть. Володя, у тебя ключ-то далеко от хаты? Там на месте. Там? Угу. Вот так и надо. Никита-то где у нас? В лагере. В лагере? Да, угу. Ну там и заходить там не зачем. Надо сейчас пойти и посмотреть. Все, на этом все? Все. Какие-то предложения есть? Предложение одно, но я хотел Лене сказать, чтобы спокойно, все без эмоций, вот зима впереди, то есть обсудить, помолиться, там, не знаю, подумать, посоветоваться с людьми. Конкретно, когда мы переезжали, не то чтобы, как бы, все были против, вот, то есть батюшка, он как бы не яро был против, но он такой, подумайте, потому что вы городские, как вы тут будете жить, на что, родители, никто нас сюда не звал абсолютно, ну, как бы, и запрещено вообще звать, вот, как, ну, где-то в душе, конечно, мама там, ну, ей было радостно, что дети поближе, вот, но даже папа такой, да ты что, ты там работаешь, бизнес там, как ты тут, здесь вообще, ты не надо сюда, где пенсия, работа, дети, то есть, ну, но у меня была четкая цель, поэтому все его слова, как бы, ну, просто смешно было. Вот. И все. И
соответственно, ей тоже нужно без всяких эмоций, спокойно все подумать, на что будет жить, как жить. Баба Надя, ты к себе на зиму пустишь их? На зиму, здесь... ты уезжаешь в октябре. Да с удовольствием, пусть вообще занимают, да там мало места для них, мало. Ну, они были там, видели? Ну, да. Они окочурятся там, к ноябрю. Холодная хата-то. Это когда вот как блокадный был Ленинград, их вывозили из смертного котла, тогда уже ни на что не смотрели. Мы никакого сахара не знали. Там в год раз кусочек один, да разделить на девятерых. А сегодня другое. Вот он заортащится, а у нас там было лучше. Каждый день гундеть будет, вот он сидит. Вот, к примеру говорю. И все, а мать будет сбивать на это. Сегодня у детей запрос-то другой, чем в наше время было. Ну, другое время, другой век, как бы, наверное, ну, вообще, нормально. Родители не знали ничего просить. Надежда Васильевна, смотри, у нее ребятишки-то последние дни были-то. Я, говорит, хоть сегодня готова пустить. Надо посмотреть. Сейчас вот мы пройдем, посмотрим. У бабы Нади была? Понравилось? Не понравилось. Молодец. Искренне. По-честному зато так молодец. Она не помнит, наверное. Когда ты у бабы Нади-то была? Она не знает, про что вопрос. Когда лагерь закрыли, иди-ка сюда. Она не любит, когда ее снимают. Лагерь закрыли, я ребятишек-то по деревне раздал. Так, Вика, ты у бабы Нади-то была? Да. Ты помнишь? Жить можно там? Да. Вообще, говорит, да. Надо посидеть. У нас ничего нет. К Лене еще, кто хочет сказать. Лена, в этом последнее слово, просто я говорю, в это, подумайте, желание хорошее, все правильно говорят насчет воспитания для детей. Воспитания детей лучше места не найти, потеряем. Да, это 100%. Только жить мы здесь не можем. Это правильный выбор. Вот. Но просто без эмоций, чтобы вот у нас очень большой опыт у жителей, про людей, которые приезжали сюда. Приехали, потом ошиблись, я не туда приехала. Когда я приезжал, тоже были все против. Там родители, то есть, как бы это, молодые, мы молодые, хотим все и сразу, то есть, вот родители были против. Говорит, подумайте, сможете или нет. Соответственно, и просто у меня тоже совет, у меня мало опыта там. Тоже подумайте, чтобы потом, не получилось так, что я, типа, разочаровал. Да я уже давно все подумала, зачем мне думать? Конечно, я все для себя решила, это вы решаете. Нужны мы тут, нет? Нет, не, это не то, что мы решаете, чтобы не было эмоций. Маша, это, у меня без эмоций, я все реально подумала, я для себя думала, для меня главное царство Божие для детей. Это что правильно, не думать-то? Это правильно. Это сильно, сильно. Я в свое время тоже для себя подумала. Вот, я готова какие-то лишения терпеть ради того, чтобы мои дети воспитаны были правильно. Это грязи не видели городской, понимаете? Это правильно, это правильно. Абсолютно. Мне зачем еще что-то думать? Мне сам Бог это открыл и показал вот так, да, на, это... Абсолютно правильно. Вот. Только любое решение, принятое в эмоции, это проигрыш, 100%. Я давно подумала, 2 года я думала. Достаточно, 2 года я думала. Ну что, ничего нет, если больше? Достаточно, все. Спасибо. Мое слово какое? Все? Все, давайте дом посмотрим. Поблагодарим Бога, и мы пойдем смотреть. Жилище. Нина, с нами побудь. Господи, ты дивно велик, слава тебе. Мы просим твоей помощи. Рассуди сам, укажи. Наставь, исправь. И то, что нельзя исправить, не допусти до этого. И положи на сердце Елене, что она должна сделать. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Мы пошли на улицу. Пойдем, ребятишки, быстро, быстро. Носи с собой. Возьми. Нет, собирайся. Сейчас закрою. Я на телефон переключу сейчас.